Последнее время все больше россиян уезжает отдыхать как можно дальше от родины, лишь бы не встретить там своих соотечественников. Как хорошо! Чисто! Сразу видно, русских нет. Ну да, миленько так. Да не грусти, не грусти. Взяла я тебе бутылочку красненького. $70. Лучше б стакан водки взяла за 7. Ой, да какая водка, когда мы в таком раю, без наших. Ай! Боря! Боря, я тебе сколько раз говорила, возьми насос для матраса! Чё ты орёшь там? Все лежаки займут, прощёлкаешь точно. Давай, шевели ластами. Эти-то здесь откуда? Здесь, в Чили. Я думал, мы одни такие сумасшедшие сюда забрались. Так, Серж, мы с тобой французы. Конечно, я же во французском ноль. Сиди, молчи, спрашивают, говори «уи». Yes. О, давай возле этих французских шампиньонов ляжем. С чего ты взял, что это французы, Боря? Ну вон, что, смотри, мужичок плюгавенький. Баба его длинная в ширину. Лягушатники стопудово, а? Женеманш, пассижур? Я говорю, мы пассижур тут, а? Боря, не трогай ты этих жабоедов, бородавками покроешься. Они все равно ничего не понимают, как и ты. Ты лимит-то на слова не превышай. Вырвалась на мою душу. Ты смотри, какие у него тапки за $1. Жматяра, это ж немцы, Боря. Да какие немцы? Немцев бы я к себе так близко не подпустил. Чё, гасконь педальный? А? Картавые. Картавые сбежали от нас из Турции-то, да? Боитесь с русскими отдыхать, да? Шанелью запахло, французы по-любому. Да? Угу. Чё, пьёте свой коко Шанель? А? А мы свой огуречный пьем, да. Борь, брось ты этих улиток, пойдем загорать. Ага, мы пойдем загорать, а эти Николя-сорокозлы у нас что-нибудь подтянут. Давай лучше дождемся, когда они пойдут, и мы у них что-нибудь подтянем, а? Ладно, я стоя позагораю тут. Давай, загорай. А? Газель, да, какая у меня? Не то, что твоя мымра. Я говорю, мымра у тебя, о! Ты что, на убой кормишь, что ли, а? Такое пежо себе отъела. Он у моей ни пежо, ни ситроенов. Чё ты там сморозил? Морозилку захлопни. Давай, давай, стой, загорай, чтобы у меня тонированная газель была. Ну и рожи, слушай, в этих французов, а? А еще говорят, что у русских, мол, рожи страшные. Говорите так про нас, что, мол, рожи у нас страшные, а? Уи! Уи! Как поросята! Уи! Уи! Новый год, мандарин мне в рот! Я тебе говорил, русский шансон везде уважают. Даже во Франции, на родине шансона. Борь, купи мне пироженку, иди. Мне твоя пироженка каждый месяц 26 тысяч обходится в виде фитнеса. Вон, смотри, мужик, не запаривайся вообще. Смотри, какая круассанище. Вообще не запарится, у него каждый месяц 26 тысяч есть. Всегда в плюсе, можно не работать вообще. А я пошу тут на твой фитнес. Ну, чё, давай
по маленькой, а? Не-не-не-не-не, не твое прокисшее это бордо. Наша, славяновская, беленькая, ну, давай. Серж. Давай. Серж. Only one. Ну, давай за Бородино, 200 лет в этом году. Помните, как мы вас отжучили, а? Кутюрье штопанные, давай. А, хорошо, да? Хорошо. Заговорил по-нашему, а? Давай, продолжим обучение, давай, давай. Давай, за бабу твою, давай, давай, давай. А, чё, крепко, а? А ты поцелуй Кикимру свою, может, она в принцессу превратится. Занта Кикимора! Чё-то я не понял, я сейчас что, по-французски начал понимать? Или он по-русски забазарил? Ну-ка, давай сюда транслейтер. Ты что, не понял, что ли? А ну, валяй отсюда! Пока я тебе твой матрас в зад не забил. И не накачал. Поверь, у меня уж насос найдется. Земляк, так ты русский, спасены! Юля, спасены! Обалдеть! Ну и что, где вы поселились? Где были? Не сгорело? Что, как у вас в гостинице? Рассказывай, давай, рассказывай. Пойдем немцев найдем, устроим им 9 мая. А? А ты думаешь, они здесь есть? Конечно, куда-то же они от меня из Турции сбежали. А, понятно.